Итак, начинаем работать с Нептуном. Для того, чтобы нам работать с Нептуном, надо сперва, конечно, встать в дерево. Давайте. Руки на нижний дантьянь. Шар представляем. У каждого свой цвет. Так. Либо красный, либо золотой. Представили, представили, почувствовали шар. Шар становится больше, 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 больше. Выходит за пределы тела. Обруч. Еще обруч. Еще. Хорошо. Отпускаем образ. Ножки у нас идут вниз, 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 вниз. И голова и грудь идет вверх, вверх, вверх до неба. Хорошо, хорошо. Отпускаем образ и обруч вокруг себя. Обруч вокруг себя. Еще обруч вокруг себя. Еще. 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 Хорошо. Ножки опять пошли вниз, 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 как всегда. Или если у вас слишком низкая траектория, тогда мы поддерживаем верхний поток, а не нижний. Давайте. Обруч вокруг себя. Обруч. Ножки пошли вниз, вниз, вниз. Опять обруч вокруг себя. Обруч. Ножки вниз. Дожидаемся потока. Еще. Еще. Обруч вокруг себя. Обруч. Представляем над собой Нептун. Нептун. Нептун соединяется, это достаточно простая по соединению планета. Нептун соединяется лагунами. Ручки можно поднять, то есть можно сделать с позиции третьего дантьяня. Можно сделать с позиции первого дантьяня. На первоначальных этапах вам еще очень трудно держать вот так руки, поэтому держим с позиции первого дантьяня. Давайте. Левый лаугун соединяется с Нептуном. Нептун соединяется с правым лаугуном, правый с левым. Первоначально соединяемся белым цветом. Белым. Треугольник представили. Еще треугольник. Еще. Еще треугольник. Обруч вокруг себя. Обруч будет вот на уровне рук. Треугольник с Нептуном. Еще треугольник с Нептуном. Еще. Обруч вокруг себя. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. Треугольник с Нептуном. Еще. Обруч вокруг себя. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. Треугольник. Еще треугольник. Обруч вокруг себя. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. Треугольник.
Еще треугольник. Обруч. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. Треугольник с Нептуном. Еще треугольник. Обруч. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. Треугольник с Нептуном. Еще треугольник. Обруч. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. Опять треугольник с Нептуном. Еще треугольник. Обруч. Ножки пошли вниз, вниз, вниз. У кого сейчас изменился цвет треугольника? Ну, как изменился? Если стал красный, то это неправильно. Цвет должен быть фиолетовый. Нептун отвечает за нашу фиолетовую чакру. И, естественно, он фиолетовый. Если вы хорошо сейчас соединились, то пойдет фиолетовый цвет. Вот по поводу того, какой фиолетовый, то есть светлый или сильно темный, это уже другой вопрос. Каждый воспринимает индивидуально свой цвет. То есть ваша чакра может работать на светлом, либо на темном цвете, и такой цвет у вас и будет идти. Поэтому треугольник, еще треугольник. Обруч. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. Треугольник. Еще треугольник. Обруч. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. Треугольник с Нептуном. Еще треугольник. Обруч. Ножки пошли вниз, вниз, вниз. У кого-то сейчас может быть вот здесь вот что-то просыпаться, какие-то точки активизируются, и поэтому говорят либо давление, либо еще рассказывают, что такое ощущение, как будто форточку открыл, то есть вот. Тогда это открылся Бай Хуэй, и да, действительно такое ощущение, вот как будто сквозняк. Также может быть пощипывание, покалывание, то есть вот разные у всех ощущения. Ну, мы же открываем, активизируем здесь, поэтому есть ощущения. Хорошо, что они есть, а вот если их нет, иногда бывает, люди говорят, что вот здесь четко почувствовали, что как будто пробка в бутылке. Вот эту пробку вам придется вычищать, то есть просто обычным дыханием, вдох-выдох, белым цветом просто сесть и продышать около часа, потому что здесь, если есть пробка, то пробка так вот хорошая. Вот. Так, не теряем контроль за обручем, еще обруч, еще треугольник с Нептуном. Еще треугольник. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. Хорошо, хорошо. Треугольник с Нептуном. Обруч. Ножки пошли вниз, вниз, вниз. Цвет обруча тоже сейчас мог измениться на фиолетовый. Это отголоски того, что мы принимаем фиолетовую энергию. Так, хорошо. Треугольник с Нептуном. Треугольник. Обруч. Ножки пошли вниз, вниз, вниз. Еще треугольник с Нептуном. Обруч. И ножки пошли вниз, вниз, вниз.
Опять треугольник с Нептуном. Еще треугольник. Обруч. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. Треугольник с Нептуном. Обруч. Ножки вниз. Опять треугольник с Нептуном. Обруч. И ножки вниз. Треугольник с Нептуном. Обруч. Ножки вниз. Опять треугольник с Нептуном. Обруч. И ножки вниз. Треугольник. Обруч. Ножки вниз. Опять треугольник. Обруч. И ножки вниз. Треугольник. Обруч. Ножки вниз. Еще треугольник. Обруч. Ножки вниз. Треугольник. Обруч. И ножки вниз. Опять треугольник. Обруч. Ножки вниз. Треугольник. Обруч. И ножки вниз. Треугольник. Обруч. Ножки вниз. Еще треугольник. Обруч. И ножки вниз. Хорошо, хорошо. Обычно стоят с закрытыми глазами, и сейчас у многих очень может пойти вот всеразличные образы, то есть прям череда. Это значит, что у вас фиолетовая чакра начала открываться, и появились образы. Вообще, фиолетовая чакра – это фантазии, это иллюзии, к сожалению, но также это очень новые идеи, прям инновационные. Вот когда фиолетовая чакра только-только-только открывается, так еще раз, треугольник, не теряем, обруч, ноги вниз. Когда фиолетовая чакра только открывается, у вас могут возникнуть какие-нибудь интересные фантазии, вы так посчитаете, что неинтересные. Пожалуйста, 2 недели после того, как вы начали работать с Нептуном, эти идеи, пожалуйста, не внедряйте в жизнь. Почему? У нас было очень много случаев, когда люди... Вот возникла безумная идея взять там
и уйти с работы. Человек вот почему-то ему подумалось, что будет лучше без этой работы. Он не находит другую, не подготавливает базу, просто заявление пишет, увольняется и все. Или человеку привиделось, что вот он давно устал, он вообще весь заезженный и все такое. И еще раз треугольник с Нептуном. И ему надо в отпуск. Он берет огромный кредит и едет в отпуск. Потом приезжает с отпуска. Нептун как-то уже, ну, у него уже активизировался, он уже нормально воспринимает эту энергию вот так, не как-то вот она, не все у него заполняет, а уже есть с Ураном взаимодействие, а Уран — это у нас управитель третьего дантьяня, и человек понимает, что ему сейчас вот в течение там 3-5 лет надо будет платить огромный кредит. Так, приехали с отпуска. Вот эти идеи на нептунианской энергии. Аккуратнее, пожалуйста, с ними. Первое время прямо держите себя в руках. Да, вы можете эту идею записать. Вдруг она была очень гениальная. Но первое время, пока вы вот под этой энергией, вы не можете понять, то ли это полный абсурд, то ли это вот действительно что-то гениальное. Поэтому аккуратненько. Так, треугольник еще раз с Нептуном. Еще треугольник. Обруч. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. Треугольник с Нептуном. Обруч. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. И последние три раза. Треугольник с Нептуном. Обруч. Обруч. Заговорился сначала. И ножки пошли вниз, вниз, вниз. Треугольник с Нептуном. Обруч. И ножки вниз. И самый-самый последний раз. Треугольник с Нептуном. Обруч. Ножки вниз. Так, хорошо. Как заканчивать с Нептуном? Если вы стоите по первому дантьяню, тогда представляете вокруг себя сферу, сферу, еще сферу, и наполняем эту сферу фиолетовым цветом. Вот прям с Нептуном у нас пошел поток. Наполняем, 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 наполняем. Хорошо, хорошо. Теперь вот эту энергию все надо привести к третьему дантьяню. Для нижнего дантьяня эта энергия слишком высокой частоты вибрации, поэтому она должна пойти через третий дантьянь. Помните, пожалуйста, об этом. Давайте. Сфера наполнилась, наполнилась, еще наполнилась. И меньше, 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 меньше. Вот ведем к третьему дантьяню. Меньше, 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 меньше. В третьем дантьяне сформировали шар, теннисный мячик фиолетового цвета. Еще шар там представили, еще, еще. И ведем шар, ведем, 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 ведем наш фиолетовый шар в первый дантьянь. В первом дантьяне меньше, 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 меньше светящаяся точка. Хорошо, хорошо. Так, у кого где-то есть тяжесть на голове конкретно, почувствуйте сейчас, вот есть тяжесть. Вот где-нибудь прям вот как нависло каким-то наростом, обязательно эту область прохлопать, если она у вас есть. А если сейчас такая легкость какая-то, вот прям, это значит, что ваш организм очень здорово воспринимает нептунианскую энергию, и этой энергии, оказывается, вам не хватало. То есть ее прямо надо вот сильно-сильно восполнять. А также это упражнение можно делать как сидя, так и лежа. Лежа – самая-самая нормальная и комфортная поза, потому что третий дантьян тут рядом. Сложили ручки также вот и держим. Все отлично. А, напомню еще раз про идеи. Пожалуйста, 2 недели прям все запишите. 2 недели я не принимаю никаких решений. Куда-нибудь там повесьте себе, потому что с нептунианской энергией про это дело можно через 3 минуты забыть.
Да, вы будете немножко рассеяны. То есть вот первые две недели у вас будет так, пока не придет адаптация. Сильно много нептунианской энергии. Вот. Это иллюзии, розовые очки, это вот счастье, это вот... Но потом к чему это приведет? Нептунианская энергия очень здорово пересекается с энергией сердца, со вторым дантьянем. А второй дантьян, люди, у которых сознание во втором дантьяне, они все могут поставить на свои эмоции. То есть ради своих эмоций, ради вот «я своего, я хочу», они могут перевернуть мир. А нептунианцы, они могут перевернуть мир ради какой-то идеи. То есть безумная эта идея, не безумная эта идея, они не видят этого, вот когда мы полностью во власти нептунианской энергии. Поэтому, если вы чувствуете, что вас заносит, вот прям что-то как-то даже для вас уже это как-то странновато, хотя вы сейчас в нептунианской энергии, тогда обязательно, обязательно перекрываем эту энергию ураном. И если вот прям вас после вот этого урока вас начнет вот прям что-то вот вы представляете, пожалуйста, связываемся с ураном. Минут 20-30 стоим в нем. Энергия у вас перераспределяется, адаптируется. И тогда это уже вот та энергия Нептуна и Урана, на которой можно строить какие-то планы, можно думать о чем-то новом. То есть уже, ну, я еще раз говорю, две недели у вас вот это преобразование, адаптация на эту энергию у вас будет проходить еще неизвестно как. У каждого по-своему, это очень индивидуально, поэтому не принимаем никаких решений. Ну и на этом урок закончен. Всего доброго!